С 11 по 14 января на спортивной базе «Альпийская деревня» в Горьковском районе в 10-й раз прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. Турнир собрал рекордное число участников. На лыжне состязались более 350 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов Сибирского федерального округа. Здесь сильнейшие лыжники Сибири собрались. Поэтому соревнования юбилейные, десятые, и проходят прекрасно. В этом году у нас новое оборудование, новые калитки, прекрасный стадион. Отзывы только положительные. Я просто очень-очень рад, что так у нас все хорошо получилось. Самое главное, что дети, спортсмены очень довольны. Яркое соперничество в борьбе за золото. Две победы на последних секундах в гонке классическим стилем на 3 километра. Первые отличные волевые качества продемонстрировала новосибирская спортсменка Варвара Григоренко. Она сумела сохранить преимущество в споре со своей землячкой Алисой Меркуловой в состязании спортсменок 10-11 лет. Новосибирские спортсменки! Владислава Лобкова из Кемеровской области нашла силы, чтобы прибавить на последних метрах, и опередила спортсменку из Новосибирской области Екатерину Касаткину в споре лыжниц 12-13 лет. Сегодня была тактика работать в подъем и на равнине уже убегать. Но она стала меня догонять, я понимала, что надо бороться за победу. И пыталась ее не отпустить. Потом начала подключать ногу, чтобы выкатить ее. И уже на финише мы решили, кто первый, кто второй. В соревновании юноши отличился лыжник из Новосибирской области Матвей Горбачев. 11-летний спортсмен выиграл две золотые медали. Итак, поздравляем Горбачева Матвея. В спринте и в гонке свободным стилем. Я сегодня верил в победу. Думал, что я выиграю. Самое было сложное, это в подъем. Я хорошо работал. В итоге у меня получился такой хороший отрыв. Церемония награждения спортсменов состоялась в Доме культуры поселка Октябрьский. 9 золотых медалей завоевали спортсмены из Новосибирска, 5 лыжники из Кемеровской области. Специальный приз лучшему лыжнику в омской команде получила спортсменка из Горьковского района Ангелина Лопатина. Она завоевала серебряную медаль в гонке свободным стилем на 5 километров. Я очень рада подарку. Спасибо моему тренеру, который тренировал меня. Летом я много старалась над техникой, появилась сила, и из-за этого я побежала хорошо. Заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник вручил награды победителям, призерам соревнований и подвел итоги выступления омской команды. У нас в этом году по решению губернатора было создано учреждение Академии биатлона и лыжных видов спорта, наше областное учреждение. Мы планируем готовить хороший спортивный резерв, чтобы наши спортсмены звучали, были новые громкие имена в лыжных дисциплинах. И мы будем прикладывать для этого все усилия. Впереди у юных лыжников новые старты. Следующие соревнования всероссийского уровня пройдут в Томской области.